Дайте еще раз гляну. Ну-ка, она паладин, разбойник, шаман. У нас, допустим, лампа, да, и жабы. А у вас там Иридарий и паладина сейчас расставила. Нормально. Кит, у тебя есть хоть один токен? А воин жрец Друид Потому что там что? космополит, а там у вас воин жрец Друид. У вас там никого на токен. Да похуй. На успехи лутать. Он Даша, кстати, да, у него на сову его токен нужен. Отдать ей токен один. По-моему, перчатки. А тебе что нужно, нечаянно? Тебе оба нужны? А, ты, у тебя нет токена? А, ну ладно. Ну вот, нечаянно. На оф или у тебя на сову уже есть токены, правильно? А, ну на оф все ролики. Ну да, я расставил там голову детям ролл. Так, все, давайте. Вот первая-вторая пачка, можете разбредаться потихоньку. Че, первая-вторая? Левать, что ли? Ну да. А кому мне писать? Первая пачка, кому пишем плюс? У вас свой спирит рейл. Хорошо. Не такой не булите, нахуй, никого не бейте. Плюс с этим убить он соберет. Тут там у нас стрельнул кто, блядь. Блять, нахуй вы все ливаете-то, че ебнулись вообще, блядь. Я сказал, первая, вторая пати. Вы что, глаза долбить? Да кто у нас был? Блять. Кто из моей пачки ливнул, ебать? Два тела. А, ебать. Это мир. Кто еще первая, вторая был? А, космополит Дащи, по-моему, у нас был. Точно. Правильно, ты же у нас был? Пуку не нужны токены, ебать. Какие мейнспеки? У него 2-4 у Пуку Дракона. Поэтому я тебе и закинул сюда. А, у тебя одна? А у тебя что? У тебя какие? Мне руки... А тебе что нужно, космополит? Тоже руки? Блять. Тигрю, верни нам космополита. Забери себе мага. Ты нахуй на маг? А нахуй нам маг? Нахуй вообще нам нужен? Токен у вас ролит. Баланс, ебать. У нас тоже, как бы, блядь, сам 4 тела на один токен. Будет 5, нахуй? Ну что, мне вообще нахуй надо? Кто у вас там? Включи стрим. Кто у вас там, блядь, я забыл про рейдинг. Еще кого-нибудь заберу у тебя. Куда шо на друиде к нам? На мага нахуй. А муж малага у меня еще забрать. А кто Малаг вообще назад? Малага забрал. Я тебе говорю, я не буду его забирать. Чела, кто ролит токен. Маг. Друг этот лок и ДК. Это не баланс. Вас любите забирать некого. Да похуй, паролики, короче, кому еще? А что? Это? А у вас тролли, дожди, токен, ну-ка черт с курами. Этот, кто там с друидным ролит токены? Воин и жрец. Но там по факту у вас никому, да, этот токен не нужен. Все уже сходят с майн спеками. А тебе псина? Я не знаю. Ты не псина. Где псина? Кого забирать? Давай, я паладина сейчас заберу. А этот... Нахуй ты второго паладина забираешь? Бля, побафать тебе нахуй барабана, ебать. А кого ты мне отдашь? Ксупали ты, блядь. Согласен?
Не, ну космополит нормальный пацан. Давай, все. Любая половина сейчас с них. Иди к нам. Космополита бери, замес с него. Левая половина шрейда. Сыкни. А кто у вас на токены, которые... Сколько там, 4 тела? ДК, маг, кто там еще? Блядь. 4 тела. На вот эти токены у вас сколько людей? 4. А, нихуя, 4. А кто это, какие ники? Верн, Кирьяки, Дарафан и... А, 3 тела. А у вас сколько? У нас получается сколько? Хант, маг, Женек и кто еще? Ну, 4. Лок, Малак еще. 4 получается, да? 4, ну, 3-4, то есть. Что у вас? Че ты там заебал своим Эдуаром? Заебал мы, блядь, еще вайпнулись на плюс 1, нахуй. Вообще пиздец. Типачка. Блядь, у нас хоть кто-нибудь собрал этот токен в количестве 2 штуки? Ну, типа, кстати, я на ханте, я в перчатке вывелся. Да, на ханте-то хули с твоего ханта понту. Лучше бы отдал кому-нибудь, блядь, полезному. Я как бы собирал Тинкаре, вот Тинкаре, блядь, пугов, блядь, с анролом, все шо. А, с пуками пишу. Я могу навару зайти. Давайте это. А ты что, тебе токены не нужны сейчас? Мне нужен заходи воин. Навара, заходи. Ну так вот Аверн заберет. Отдайте мне воина, вот пускай он заходит на воина, отдайте его мне в пати. Нет. Я воина хочу. Нет. А что тебе воин, зачем тебе воин? Воин пиздатый, он броню ломает. Женек. Ладно, короче, блядь, упрыгайте вниз все, блядь, кто лишний тут. Женек. В смысле, кто тут лишний, блядь? Или вам помочь? Да, я не знаю, где здесь ебаный вход. Я всю жизнь нахуй с той стороны заходил. Вообще не ебу, где-то ебаная дорожка. Я в прошлый раз ее не нашел, и сейчас без понятия. Это что, сейчас Женек в Каражан не может дорогу найти? Я говорю, я не знаю, откуда нахуй с этой локации дорога в Каражан. На эту локацию ебучую. Вообще полетели вниз, ребятки. Тихонечко. Кто там еще? Кому помочь? Слава, иди к своим ребятам. Они все улетели вниз. А где? А вниз все улетели. Ты сумон примешь, Женек? Нет сумона. Ты чё, блядь? Теперь так, а чё, каски нету, да, у нас? Надо подождать. Заклинание ещё не готово. Ты его вообще купил? Ты же я не поняла, что это. Она, конечно, похожа на Робер. Не понимаю. Я пока не могу прочитать это заклинание.
У меня дискорд сломался или что? Женек, есть БДК, спекайся, нахуй. 10% ОП нету. Никто не дамажит из-за тебя.
серьезно. Да, это кулак пэт. Да не, пэт, не мне. Угу, я дрону это. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А кто у вас нигде не в Дискорде? Кто? Не знаю. Вот, вот две человека здесь. Так что давай вычисляй на. Что вам вычислять? Если вы общаетесь с этой гвардией, вы для меня мертвы. Либо вы со мной, либо против. Не можете это сделать. Извините, один вопрос. Правильно. Это вам? Да, да.
школу устроит что-то типа праздника в честь возвращения. Ты думаешь, что это и не для этого? Вы видели? Эй, Филипп, именно это и нужно ребятам после такого. Повеселиться, развлечься, потанцевать, выпить. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Есть каст на 8 потом. У меня есть, но она скоро закончится. Угу. Что вообще не молчат все, блядь? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Заклинание.
Бля, четкий лут, на самом деле, не то, что в прошлый раз. Как вижу отель сегодня?